Всем привет! Сегодня я к вам вновь с экономным бюджетным меню. Но в этот раз наше меню на среднестатистическую семью из 3-4 человек обойдется нам в день 380 рублей. Если вам интересно, то продолжайте смотреть, какое же меню я вам сегодня предлагаю. Сегодня будет один из наиболее любимых детских завтраков у нас. Это гречка с молоком. Сейчас я с помощью мультиварки отварю гречку. Здесь у меня получается 220 грамм гречки или вот полтора вот таких мерных стаканчика моей мультиварки и три вот таких стаканчика воды. Посолила и буду отваривать гречку. Гречка сварилась, я в нее добавила сливочное масло и залила молочком. Все, наш вкусный завтрак готов. Из исходного количества продуктов у нас получается 4 порции гречки. На обед сегодня буду готовить картофельное пюре и подливу с куриной грудкой. Готовить буду на 4 порции. Здесь у меня уже почищенный порезан картофель, 1 кг 100 грамм. Сейчас я его буду отваривать. Для приготовления подливы нам понадобится куриная грудка филе, морковка, зелень и лук. Сейчас я все это буду. В описании под видео, как и в прошлый раз, я оставлю точную граммовку и стоимость затраченных продуктов. Полный расчет будет в описании. Сейчас буду готовить подливу, и я ничего не буду жарить, а только тушить. Вот в небольшом количестве воды потушим лук и морковку. Чуть позже добавлю к ним куриную грудку. Картофель отварился, и я уже сделала пюре, добавила сюда соль и 250 миллилитров молока. Все. Лук с морковкой у меня слегка притушились. Теперь я добавляю куриную грудку. При необходимости воды, соль, специи по вкусу. И за 10 минут до готовности я добавлю еще зелень и сливочное масло. Курицу я нарезаю средними кусочками, не крупно, но и не слишком мелко. Добавила зелень, сливочное масло. Перекус сегодня у детей был биолакт с печеньем и яблочко. На ужин приготовила макароны с тунцом. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Если вам понравилось данное видео, то поставьте мне, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно, вы меня этим очень поддержите. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Буду рада вашим комментариям. До новых встреч, пока-пока!